Всем привет! Старший сын Юрия Шатунова сегодня отметил свое 18-летие, о чем вдова артиста Светлана рассказала в социальных сетях. Денис, по словам Светланы, успешно окончил европейскую школу в Германии и планирует поступать там в университет. «Дерзай, мечтай и будь самым счастливым человеком», – написала мама. Снимок Шатунова-младшего вызвало активное обсуждение в соцсетях. Некоторые поклонники спорили о его внешности. «Не похож на отца. Какой высокомерный взгляд. Европейское образование, что уж тут говорить», – писали одни, в то время как другие отмечали «красавчик, как папа». Напомним, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 2 года назад от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Несмотря на усилия врачей, спасти певца не удалось. Церемония прощания состоялась в конце июня на Троекуровском кладбище, где присутствовали его близкие и тысячи поклонников. А как вы считаете, похож ли Денис на своего знаменитого отца? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться. Удачи!